Дума – это такая помойка, куда можно снести всю гниль своей души и там оставить. А выйдя оттуда, снова считать себя приличным человеком. Ходить по улице, смотреть людям в глаза, пожимать руки и так далее. А там, когда перед тобой кнопка для голосования, вот проголосовать так, как сказали, а не так, как душа требует. В частных разговорах кажется, что это совершенно обычные люди с своим представлением там, о совести, о целесообразности. Вот. И их мнение чаще всего при выходе из зала для голосования как-то чудесным образом меняется. Есть такой воронежский писатель Дегтев. И он написал рассказ, по-моему, он назывался, название у него такое «Убедил». Короткий рассказ, он посвящен дискуссии между представителями разных народов, студенческой такой дискуссии, где там латыш, там армянин, скажем, татарин и русский. И все нападают на русского и говорят: ты империалист, значит, у тебя народ вот такой пьяница, работать не умеет, вот то ли дело у нас, русский обороняется, пытается как-то что-то противопоставить, говорит о русской культуре, о цивилизационной миссии, о русском языке. Никто его не понимает, все продолжают его склонять. Наконец, вскипев, русский берет, хватает табуретку и ошарашивает по голове одного из собеседников. После этого наступает дружба народов. Вот это один из таких бытовых методов, который иносказательно показывает нам, что значит быть русским. Русским не надо уговаривать других, что русских надо любить. Русским надо уважать самих себя, повседневной жизни, своей профессиональной деятельности. И тогда не будет такого вопроса, что ты русский, а кто ты такой? Может быть, ты там полукровка какой-нибудь? Или если ты говоришь о чистоте русской крови, то, наверное, ты какой-нибудь нацист или расист. Если мы будем спокойно сами относиться к своей как бы родовой сущности, к своим предкам, то не будет и вопроса этого. Нам не надо слушать никого из тех, кто там начинает нас в чем-то подозревать. Надо спокойно говорить: да, Российская империя, поэтому мы империалисты, русская нация, поэтому мы националисты, мы православные люди, поэтому мы в каком-то смысле клерикалы. И этих определений не надо бояться. Это действительно наша сущность, и мы должны, прямо глядя в глаза, говорить о ней. Когда украинцы выпустили свой глобус Украины, где на глобусе была одна Украина, здесь в шуточной форме на самом деле представлено национальное самосознание. Вот нет такого пространства на территории исторической России, где бы мы сказали: знаете, это не русская земля, это земля ингушей, чеченцев или еще кого-то. Да, у них может быть своя сакральная земля. Это мечеть, это родовое кладбище и так далее, и так далее. Есть, и с этим никто не спорит. Или там исконная земля, где они хозяйствовали сотни лет. Безусловно, но только под патронажем Российской империи они ее и смогли сохранить. Только под патронажем русской культуры многие народы обрели письменность и вообще способность разговаривать на современном языке. Огромное количество терминов пришло от русского языка, а русский адаптировал из всего мира. А эти народы сами ничего бы не смогли сделать, они бы оставались дикими. Поэтому для нас чеченская земля – это русская земля. Нет у чеченцев своей земли, кроме родового кладбища, и старинных мечетей там просто нет. Поэтому мы должны на это точно так же отвечать. Может быть, журналисты, там, либеральные политики, либеральные мыслители, мозгоблуды будут нам говорить, что нет, у нас многонациональная страна, значит, и русских нет. Если нет русской земли, значит, и русских нет. А если не вся Россия русская земля, значит, мы какие-то лишенцы, которых обворовали, украли у них достижения, которые обеспечивали потом и кровью все наши предки. И кто мы такие? Иваны, не помнящие родства, не помнящие, где наша родная земля. Табуретка по голове — очень важный метод. Его как бы вот не надо считать каким-то таким маргинальным в экстренных случаях. Это ответ на хамство, с которым русский человек встречается постоянно, как представитель угнетаемого в России большинства. Вот это что означает. Если выходить с бытового уровня на какой-то более высокий, возникает политический уровень. Борьба русских за свои права. Мы к ней и приглашаем русских людей бороться за свои права, в том числе используя этот политический механизм. Есть и политические, пожалуйста, я привел пример бытовой.
Есть какие-то, видимо, и не совсем политические методы, методы, связанные, там, скажем, с профессиональной деятельностью. Кому вы больше доверяете? Если вы доверяете больше инородцу, ну, значит, может быть, вы в этом случае сами демонстрируете, что вы не доверяете русскому человеку. Значит, может быть, вы и сами утратили национальное самосознание. Мы подготовили такой закон, в котором хотя бы есть перечисление народов, которые живут в Российской Федерации. Закон о реестре коренных народов Российской Федерации. Исходя из чего подготовили такой закон? Чтобы у нас не плодились до бесконечности народы, которые, ну, как бы стимулируются к рождению некоторыми законами в определенных льготах по национальному признаку. И как-то получилось, что никто не хочет принимать такой закон, где просто фиксируются те народы, которые живут исконно на российских территориях, не только русский народ, но и другие народы. Говорится, что, знаете, это такая сложная тема, она очень, вы правильно ее подняли, но сейчас надо разрабатывать все это дело, мы даже не знаем пока как. Мы не знаем, как вести репатриацию коренных народов, потому что вот как нам отделить одних от других, какой сложный вопрос. На мой взгляд, совершенно простой вопрос. А почему этот вопрос кажется сложным? Потому что в какой-то момент просочившиеся во власть враги России решили, давайте мы сотрем из паспортов национальную принадлежность. Не только из паспортов, из свидетельства о рождении, отовсюду, где каждый человек волен указывать свою национальность, судя по записи в Конституции, но не может этого делать, потому что графы больше такой нет. Подготовлен был тоже закон, который восстанавливает эту графу. Положен он лидерами «Единой России» под суд. Депутатский корпус, его большинство, нынешняя партия власти, правительство не хотят этого делать, потому что знают, что как только национальное самосознание начнет возрождаться, их призовут к ответу. Потому что не одинокий индивид, избиратель будет противостоять бюрократическому произволу, а национальная община коренного народа, которая знает, что здесь жили их предки и здесь будут жить их потомки.